Фигуры высшего пилотажа в небе над Самарой. Авиационная группа «Русь» поздравила жителей города с днем государственного флага ярким представлением. Самолеты, оснащенные генераторами цветного дыма, окрасили небосвод в цвета российского триколора. Посмотреть на чудеса техники исполнения на площадь Славы приехали люди со всей области. Шоу началось в 14 часов и оставило незабываемое впечатление у зрителей. Сергей Каштанов, житель Исаакиевского района, в областном центре бывать приходится не так часто, но сегодня приехал с семьей, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Слов нету, просто в восторге. Вот удивляемся вот с детьми, прям вот не нарадуемся на такой просмотр. А в 17 вечера такое же авиашоу состоялось в Тольятти. Сами пилоты заявляли об этих полетах как о тренировке перед более масштабными выступлениями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Во-первых, красиво. Сначала было флаги. Цвет они выпускали, цвет флага российского. Вообще молодцы. Прекрасно. Мы довольны, мы гуляем с удовольствием. В этот же день волонтеры раздавали прохожим ленточки триколоры, чтобы напомнить о празднике и происхождении государственной символики России. Вместе с лентой краткий рассказ об истории и значении цветов красного, синего, белого. Каждый, кому вручили, остался доволен. Михаил Олехнович пришел на набережную специально, чтобы получить ленту из уважения к символам государства. Это наша история, это государственный флаг. Он уже несколько столетий у нас, поэтому, естественно, мы должны ценить, гордость у нас должна быть за этот флаг. Мы должны с уважением к нему относиться. Я и за ленточками специально приехал, чтобы ко времени было, думал, чтобы хватило. И вообще-то сегодня на праздник, сегодня много мероприятий на набережной. Мы с волонтерами вышли на улицы города, набережные, парки, скверы, чтобы раздать триколор и напомнить о празднике, поздравить жителей и гостей города с праздником. В Самаре ленточки можно было получить на набережной у Ладьи и у памятника Григорию Засекину, в парке имени Гагарина и в Струковском саду. Всего за день волонтеры раздали более 20 000 лент по всей Самарской области. Олег Зверев, Максим Гусев, события.